Так, и всем привет, с вами Джим Рейнер, я продолжаю играть в StarCraft 2 Legacy of the Void. По непонятным причинам, видео там, где я проходил отборочные матчи, записалось в 360p или как там то качество называется, впрочем, не важно. Все плохо, все просрал, в платину попал, из алмаза выкинули. Карты те же, погнали. Блин, в алмазе одни читеры. Бля, читеры. Чизеры. Чизят и чизят. Никак не, нельзя с ними справиться. То, блин, бейлинги мута. То бункеры с головорезами. Затрахали просто. Да еще и попался один и тот же зерг два раза. Два раза вытрахал меня. Тварина. И причем все это в отборочных. Керан! А почему ты из алмаза еще надеетесь меня перевести или что? Ну ладно. Попробуем. Надеюсь, ты настолько слаб, что тебя хотят выкинуть назад. Так, с тиранами острова не занимать, я помню. Не хватает минералов. С тиранами нельзя занимать острова. Кафе, блять. Ну нахуй. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Поехали к нему. Не хватает минералов. Будет весело, если он на остров полетит, как тиран. А что ему стоит? ЦС построил, перелетел, и дело с концом. Скоро он подъедет. Оба-на. Мы внутри. Два газа. Такие ранние. Интересно. Смотрим, что на это скажет Сычара. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Ёб твою мать. Сделать-то я это сделал. Не хватает минералов. Практического применения не применил. Сука, сука, сука. Ладно. Это его отвлечет, причем по-крупному. Пытается сломать. Ну, пытайся, пытайся. А мне нужно 100 газа и как можно быстрее. Маринос. Давай, 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 газ, 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 газ. Туретки. Требуется больше виспена. Пытается защититься, пытается. Думает же, что у меня там что-то будет. Какой наивный парень. Требуется больше виспена. Да свершится правосудие. Судя, полетело. Застряли рабы, кстати. Веди нас. У него там туретки, это я точно знаю уже. Так, кстати, я вот про это забыл дело. В чем конкретно?
Все мы часть целого. Туретки, да? Мы в пути. Оп! Слава Деламам! Обосрался он немножко, это видно сразу. А может и не немножко обосрался. Ну парень грамотный, однако. Перворожденные выстоят! Интересно, нам не хватало на 2 фотона верчаржа? Я как бы 1 откинул и на этом все. Может, стоило 2 откинуть? Не хватает. Кто же знает? Твайлайт. Это дело. Слава, не хватает. Нужно построить больше. Не хватает. А вот и пиздец с пилонами приехал. Перворожденные выстоят. Мы вернемся. Слава Деламам. Он, кажись, не спалил ничего, это хорошо. Это мне может не радовать. Через сколько сек? Ого. Немало, однако. Так, деламы мои, деламы, в бой. Так, Ларня. Будь так добра. Орзалак. Чё там, скоро? Улучшение завершено. Рейд закончен. Не хватает минералов. Перворожденные выстоят. Наши мысли. Улучшение завершено. Этот грейд тоже закончен. Как бы мне его вытрахать так получше. Я знаю, как это сделать. Не хватает минералов. Слава. Ничего, у меня 3 хаты, у него 2. У меня уже преимущество по экономике. Это хорошо, однако. Точно, темплары, я же темпларов делал. Я же делал темпларов. Не зря же я их делал. Стоп, а это тогда мне зачем? Блинк-то мне нужен? Блинк-то мне не нужен. Прости, Блинк, ты мне не нужен. Мне нужна это. Требуется и как можно скорей. База Асан, это план. Требуется. Что ты надеешься, а? Эх, отвечить бы его. Да нечем. Нужно построить больше пилонов. Да твою мать. Этого мне только не хватало, нехватка пилонов. Нужно построить больше. Такой ответственный момент. Разработка завершена. Хорошо. На наши зомби напали. Зря я, наверное, его фидбэкнул.
бессмысленное действие. Перворожденные выстрелы! Разместите строение в энергетическом поле. Мы сосредоточим. Я здесь, среди теней. Место рождения. Враг познает нашу ярость. Ах, Лагандон, а? Все мы херели. Слава Деламам! Ну, тебе ко мне не пробраться, это я точно тебе скажу. Разместите строение в энергетическом поле. Нужно построить больше пилонов. Перворожденные выстоят! Наши... Немножечко отступили. Перегруппировались. И идем сюда. Перворожденные выстоят! Тамплиеры идут! Наши мысли сходят! А! Фу! На, на. Называется подыхай. Я внемлю зову. Да. Подсветился парень, конечно. Меня интересует, что у него по экономике. База свежая сюда. А, не, можно было сюда штурмить. Ну чё, ребят, меня переведут в Алмаз? Нет? Ну ладно. Едем дальше. Странная вообще катка была. О, зурк из платины. Платиновый зурк, это приятно. Так, ну чё, адептня, а потом... Не хватает. Ну да. А потом можно и в имов пойти. Минералов. Не хватает минералов. Психологическая атака. Ю-2, чё? Блядь. Чё это значит-то? Не хватает минералов. Может, проверка на ну... на дуба... нубасиство? Нубасиство. Господи. Новый день, новое слово. Так, противник не предвидится. Это хорошо. Значит, он никаких ранних агрессий рабами не делает. Это меня радует.
Не хватает вторая мечка. Пожалуйста, пусть это будет три хаты до пула. Позясь. Ага, конечно. Ага, понятно. Это не пул. Ой, точнее, это не... Не-не-не. Не то, что я хотел. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Нужно построить больше. Да твою мать. А, все хорошо. Требуется больше виспена. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Слава Делааму. О, Делаам вышел. Нас ждут. Ёб твою мать. Тамплиеры идут. Вера сильнее страха. Да будет так. Никам. Оп-оп. И врыло. Расконтролил нахуй. Перворожденные выстоят. Чуть-чуть не успел до нормального выхода. Так бы все было хорошо. Выстоят. Странно, его тут нет. Я думал, что он тут будет караулить меня. Видать, я ошибся. Господи, сюда точку сборки поставьте. Что, так трудно, что ли? Не хватает минералов. Слава Делааму. Так, я контролю все направления. Перворожденные выстоят. Не хватает минералов. Эх, если бы я еще скорость стрельбы сделал бы, вообще было бы шикарно. Там что? Разработка уже завершена. Отлично. Не хватает. Разместите строение в энергетическом поле. Слава Делааму. Не хватает минералов. Перворожденные выстоят. Ну, с четырех китов-то приятно будет. На Джакар Мена. Штамповаться. Да, вершитель. Слава Делааму. Нас ждут в бою. Куча плеток, куча клин. Входим. Тамплиеры идут. Наши мысли сходятся. Странный какой-то зерк. Совсем странный. Я здесь, среди теней. Продолжаем штамповать, ребят. Нельзя останавливаться. Входим. Музыка, я тебя обожаю. Ты такая крутая. Да, бля. Охуенная музыка. Здесь,
среди теней. А, он все видел и плетками обставился. Ну, молодец. Армия-то никуда не денется моя. Интересно, в чем он выходит? Кстати, это бы мне не помешало бы выяснить. Вот этим бы обсом. Обсом. Не хватает минералов. Минералов не хватает. Удивительное совпадение. Чтобы служить. Не хватает минералов. Я здесь. Среди тех. В смысле больше пилонов? Вы это о чем? Какие такие больше пилонов? Так, ничего не вижу. Нужно построить больше пилонов. Понятно. Нужно построить Роуч. Больше пилонов. Ага, ага, грейд. Грейд на гидрасиков, кабасиков. Нужно построить больше пилонов. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Среди теней. Будет весело, если у меня третья хата раньше, чем у них. Чем у него. Да, у него третья хата такая медленная. Месторождение минералов истощено. Это чтоб я все видел. Нужно построить больше пилонов. Месторождение минералов истощено. Нужно построить. Ваши войска вступили в бой. Что? Черт, он меня раскусил. Нашел, спалил. Называйте как хотите. Короче, обнаружил. Разместите строение в энергетическом поле. Не хватает минералов. Я здесь, среди теней. Не хватает минералов. Так, нужно делать имов. Обязательно. На наши зонды. Оп-оп-оп, он выдвигается. Кажется, я знаю, откуда он придет. Придет отменять эту нычку. Я ему это не позволю сделать. Да, идет. Еще что ждешь? Нужно построить больше пилонов. Хуя себе, он даже разведал. Я вернулся. Логично. Ох, ёб твою мать. Недостаточно энергии. Отлично! Какой-то ты совсем слабенький, как на 9-ю минуту. Парня, сталкеры на выход. Боевая пробка на центре карты. Этих петухов давай. И выходим наружу. Темпларня, а зачем мне темпларня? А, ну да. Для этих петушков. Асан и темплар. Место рождения. Упс. Мне нужно сделать еще одного архона. Асан и темплар. Слава Деламам!
кстати, а грейды-то не делаю. То есть это у меня получается алым. Завершено. Мы едины с тенью. Это у меня действительно получается алым. Че, не так просто? Перворожденные выстрелят! Ого. Это шучек. Не пускает меня. Заманчиво. Действительно заманчиво. Ой-ой, куда ж ты ломишься, лошара? Требуется больше виспена. Ух, ёшкин дрыщ! Тихо-тихо-тихо, подслился малёха. Но это ещё не фатально. Требуется больше виспена. Месторождение минералов источник. Небо рабов попереводить. Сюда вот на четвёртую. Ой, куда ж ты ломишься-то, а? Лошок. Ой-ой-ой-ой, а может и не лошок никакой. Тут же с какой стороны посмотреть. Фронт-то широчайший. Фронт-то широчайший. Убегаем. Пустота. Холодно. А я-то всрал. А как так получилось? А как? А я не знаю. А там инфесторы точно. Перворожденные выстоят. Что ты придумал? База атакована. Отлично. Месторождение минералов истощено. Здесь ты и сдохнешь, сучара. Я вернулся, чтобы знать. Адепты? Под шаг. 2-2 грейды, ну да. Против 2-2 грейдов сильно не посражаешься. С ноликами. Особенно. Слава Делама. Я тоже умею подзаказываться. Газовый гейзер иссяк. Разместите строение в энергетическом поле. Эх, мне бы 2-2 грейды. Было бы здорово. Четыре архона. Вещь хорошая. Мне бы хат побольше, на самом деле. Было бы хорошо. Эх, он сейчас как закажется там, отвечаю. Не хватает минералов. Так твою ж мать, то минералов не хватает, то газа не хватает. Месторождение минералов. Где там мы и мы? Четырьмя имами было бы получше как-то, чем без них. О! Вот и мы и мы подошли. Не хватает минералов. Господи, на центре не хватает минералов. Где это видано? Не хватает. Мне бы хотя бы гвардиан. Все, погнали. Месторождение минералов истощено. Господи, пусть я выиграю, пусть я выиграю. Не, я просрал. Его слишком много. У него грейды 2-2. Да, в макро без грейдов это я действительно расслабился.
чертовы инфесторы, нужно было сразу идти на него. Решил подождать. Редко когда такой случай выдавался.